Я очень сильно хочу в туалет, честно. Я надолго засяду. Времени нет вечно, но я безупречно. Я решил, что пора сделать что-то полезное для этого общества. А что может быть полезнее, чем новое видео? Сегодня особенный день. Каждый день, когда выходит новое видео Марьяны Ро, я хочу запомнить этот день надолго. Марьяна меняет друзей, как перчатки. Марьяна меняет парней, как перчатки. Она теперь встречается с Фейсом. Господи, он же тоже Иван. Она что, встречается только с Иванами? Я не понимаю. Привет, ребята, меня зовут Марьяна. Это мой канал, и добро пожаловать на него. И как вы можете заметить, я без косметики. Черт, Марьяна без косметики. Марьяна, вообще я хотел снять это видео на Хэллоуин, но я не мог ждать целый месяц. И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали мне в моем твиттере, напоминаю. Мне одному всегда кажется, что Марьяна Ро сейчас уснет. Это Аскро, это любимый формат рожков. Я самый главный рожок. Вы думали, я Гайс? Нет. Твиттер мой вот этот, вы можете на него... Переклинила, сори. У меня тоже есть твиттер. Вот у меня есть твиттер. Вот этот вот. Ой, переклинило, сори, я не перезапишу это, потому что так забавно, это так смешно. Я обещал завязать с реакцией именно видео Марьяны Ро. Я обещал завязать, но я ничего не могу с собой поделать. Марьяночка такая смешная. Как ты проводишь свои праздники? Ну, весело. Иногда грустно, но весело, в целом. В целом неплохо. В ее сторону много критики, что она много кривляется. Смотрите, теперь Марьяна не будет кривляться, теперь буду кривляться я. Это же очень смешно, да? Я надеюсь, вы меня поняли, потому что у меня снова приступы. Это все из-за Фейса, Марьян. От чего пахнет дуркой? И вы что, серьезно сейчас подумали, что я забыл про Сигну на руке? Вы посмотрите, вот она прямо здесь. А если ты тоже хочешь, чтобы я написал твое имя, знаешь, что надо сделать? Просто сделать репост ВКонтакте этого видоса. И я рандомно выберу одного человека. Этим человеком может стать кто угодно. Даже ты, который сейчас делает репост. Такой сумасшедший. Ну... Почему Gucci стал твоим любимым брендом? Почему именно Gucci? Все просто. Можно я отвечу за Марьяну? Потому что это один из самых дорогих брендов, которым можно понтоваться. То есть ты вкладываешь, у тебя есть деньги, ты покупаешь очень дорогие шмотки, и все на тебя смотрят, потому что ты носишь дорогие шмотки. Это так работает. Мы из нищих. Мы любим смотреть на все дорогое, на богатеньких детишек. Свитеры и трикотаж. Так, давайте посмотрим. Марьяна Ро зеленый свитер Gucci. Я думаю, это из актуальной коллекции. Ну, должно же. Марьяна же не могла старый просроченный свитер купить. Короче, мне лень искать, но в среднем свитер Gucci стоит 60 тысяч рублей. Вот эта толстовка Марьяны Ро стоит где-то 60 тысяч рублей. Все. На самом деле, я бы очень хотела заснять какой-то клип и выпустить супер классную какую-нибудь песню. Но мне важна ваша поддержка. Так что, если вы поставите под этим видео лайк, то, возможно, шансы того, что я засниму клип, увеличатся в 47 тысяч. Да, кстати, если вы поставите 5000 лайков под этим видео, я больше никогда не буду смотреть видео Марьяны Ро. Все серьезно. Или нет, наоборот. Я хотел сказать, нужно интегрировать в середине видео призыв к действию, поэтому 5000 лайков и новый видосян Марьяны Ро сразу, как только она его выпустит, это не раньше, чем через 2 месяца, так что не переживайте, просто ставьте лайк и не парьтесь, и ждите пару месяцев, пока Марьяна снимет новое видео. Каким животным ты себя ощущаешь? Если бы ты была животным, то каким? Передай приветусик. Как это должно было выглядеть? Приветусик, а вообще все люди животные, на самом деле, я считаю.
Вот, ну а... Какая очевидная провокация, Марьяна, все люди животные. Жух-жух, как это клёво, жух-жух. Пишут мне в комменты супер комплименты с новыми полосками. Жить красиво просто. Боже мой. Что главное для тебя главное в людях? Для меня, на самом деле, главное в людях – это максимальная искренность. То есть я к людям отношусь абсолютно искренне. То есть если мне не нравится чувак какой-то, я такая говорю: блин, чувак, ты мне не нравишься, я не хочу с тобой общаться. И все на этом. Ну, то есть вот так вот. И все на этом. Gucci Gang, Gucci Squad, нахуй вас, придурки. Если мне нравится какой-то человек, я говорю: блин, ты такой классный, я так хочу с тобой дружить. А он мне берет и харкает спины, я такая: блин. И ухожу. Я очень сильно хочу в туалет, честно. Нет. Я надолго засяду. Простите, подругу, которая увела у тебя парня. What the fuck, Анатолий? В смысле, у тебя парень? Типа, подруга увела у тебя парня? Что? Что происходит? Зачем я смотрю это видео? Ну это же очевидная провокация, это просто... Вы понимаете, что происходит? Она сейчас просто навлекает на себя кучу хейта, кучу негатива, потому что это легче. Это легкое привлечение трафика. Да, давайте я тоже так сделаю. Я хочу тоже привлечь трафик на свой канал. А кого все любят? Брайан Мэпс! Брайан Мэпс худший актер! Брайан Мэпс не самый тупой видеоблогер! Давайте, дизлайкайте, хейтите меня, срочно. Брайан Мэпс, козёл, Брайан Мэпс, козёл. Я хочу хейта, я хочу трафика, без разницы какого, хейта, не хейта, без разницы, главное трафик на мой канал. Снимешь видео на серьезную тему и без кривляний? 7 лайков, ну камон, ну кто эти отбросы общества, ну блин, ну без кривляний видео, ну что это за фигня, ну камон. Ребят, ну это просто невыносимо такое. О боже, это был кадр с обложки, посмотрите, я теперь знаю, как делаются кадры с обложки, смотрите. Как сделать этот кадр, подождите. Ты относишься к людям, которые фоткают тебя из-под тишка? Из-под тишка? Это что за тишок? На самом деле фигово отношусь, но типа, блин, вы конченые люди, если вы фотографируете меня из-под тишка. Какого хрена? Вы можете подойти ко мне нормально, попросить сфотографироваться, я... Марьяна сказала конченые? Боже, я не верю. Она продолжает кидать дешевые провокации. Она никогда так не выражалась. Она никогда не была такой грубиянкой, Марьяна. Я навряд ли откажу таким людям, которые захотят со мной сфотаться, потому что я понимаю то, что, ну, типа, они меня смотрят, и я им хоть как-то симпатизирую, и они хотят со мной сфоткаться. И, типа, это то же самое, что я такая... Подождите, я сфоткаю Марьяну из-под тишка, пока она не видит. Ну, я стараюсь не отказывать людям, так что не стесняйтесь подходить ко мне, фотографироваться. И никогда не фоткайте мою спину, мою жопу, мои ноги вообще из-под тишка. Блин, надо сфоткать твою жопу. Твою жопу, поверни с жопой, Марьяна. Я хочу сфоткать твою жопу, Марьян, пожалуйста, ну поверни. ВПШ все равно не выставится, не старайтесь, не фоткайте даже. ВПШ, я ВПШ отошлю сейчас. Я понял. Господи, как я сразу не заметил. В этом видео нет рекламы, поэтому Марьяна сняла его так херово. Поэтому она так не старалась. Подождите, она в рекламных видео не сильно старается, поэтому она так... Здесь же не было реклам, Марьяна. Ты меня удивляешь. Это было очень тяжело. Ты очень не хотела снимать это видео. Ты даже не покрасилась. Ты даже без макияжа. Тебе абсолютно насрать. Ты сказала, что ты хочешь в туалет сходить покакать. Но я ценю, правда. Ценю, что ты сняла видео и в нем нет рекламы. Это действительно праздник. Когда я вам говорил, что сегодня праздник, я еще не знал, что это такой большой праздник. Я в календарь сейчас запишу этот день. Я отремонтировал стул, я уезжаю. Я уезжаю в любимое место Марьяны Ро в Лос-Анджелесе. Прям на стуле уеду. Прям туда. Все люди животные, на самом деле, я считаю. Вот, ну а если по все люди животные. Хотела бы быть тупые животные. Хомяком, который ничего не делает и умирает в течение... Дискотека! У нас дискотека сегодня. Это люди... День тупых животных. Пусть люди знают, дети знают правду, ел. Люди тупые, животные! Чувак, люди тупые, знакомы. Животные! Давай. Дискотека! Фоткаться. То есть я уже, наоборот, ему предлагаю, а не он. Мне это
Это странно. Что для тебя главное в людях? Для меня, на самом деле, главное в людях – это максимальная искренность. То есть я к людям отношусь абсолютно искренне. То есть если мне не нравится чувак какой-то, я такая говорю: блин, чувак, ты мне не нравишься, я не хочу с тобой общаться. И все на этом. Ну, то есть вот так. Если мне нравится какой-то человек, я говорю: блин, ты такой классный, я так хочу с тобой дружить. А он мне берет и харкает спину, я такая: блин, и ухожу.